всем привет, друзья, с вами я, Вомиронов. Сегодня мы с вами будем проходить, продолжать Дисбелив Папирусы. Погнали. В прошлом части мы сами смогли получить концовки геноцида, и даже нам удалось с первого раза попало достижение с удачи под названием «Грязный убийца брата». Папирус так сильно случает по своему брату. Следующее, сейчас мы будем сами выполнять хорошую танцовку. Да. Хорошая танцовка. Somebody touch my spaghetti. Я не понимаю. Что хорошего в убийстве людей? Это что, это что-то, которое я не понимаю? Нет. Вряд ли это так. Такими же были его последние слова. Он говорил, что они, скорее всего, были бы шутки. Вообще, я это, ребят, уже читал, поэтому мне это... Я это читал. Давай. Можно пропустить? А, вот так все. Давай будет. Привет, ребята, вы меня видите? Все, мы с чем-то сейчас будем драться. Да я знаю, что если будет бой. Ай-яй-яй. Я не хочу тебя напрягать. Я просто должен преподать себе урок. Сейчас нам, ребята, придется все заново сделать. То же самое, что и геноцид танцов-то. Ну, ничего страшного. Цац. Ага. Цац. Мне вот этот момент нравится. Пью! Ну вот это только я могу пройти без урона, кстати. И это хорошо. Может, я потом первую фазу буду без урона проходить. А вот это атаку я не знаю, это без урона. Надо научиться, блин. Это мне тоже единственная атака, в которой я не смогу пройти без урона в первой фазе. Так. Сейчас, по-моему... Ай-яй-яй. Но вот здесь у меня проблема. Да, тоже. Нет! Мне правда жаль. Нет, я это уже слышал. Не хочу потанчивать, ну ладно, давай. Блох!
А. Дебаджер. Подожди-ка. Дебаджер. Джерри Татуджо. Дебат Спрайтос. Ладно, пусть. Хорошо, понятно. Я дебат пытался сделать. На, не получилось. Но все! Больше нет таких игр! Больше нет таких... Та-да-да-да-да-да-да-да! Откуда взялись эти спагетти? Я не без понятия. Убийца спагетти? Ребята, я еще одно достижение получил с удачи. Та-та-та, внезапно. Вот это да. Я крутой. Чё так долго? Здесь я могу просто постоять. Так то я могу сожалеть по всему, что ты сделал. Ты это заслуживаешь. Наверное. Я, наверное, это заслуживаю. Нет. Пью. Все. Я вот так делаю, типа. Я вот так говорю, типа, пью, пью, пью. Я не знаю, здесь я бы выжил бы. Ну ладно, я не буду лечиться. Бабах. Блин. Мне иногда страшно. Ну, жевать вот так. Так. Ну, тут надо запомнить. Так, вот так вот сделать. А вот сейчас самое сложное. Вот в этой фазе сложный прикол есть. Прикол. Да, прикол. А, понятно. Никуда. Нет, 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 нет. Стой. Пиу-пам. 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 Уф. Фу-уф. Ну, да. Угу. Ой, я могу пропустить. Это хорошо, потому что я первый раз там нельзя было пропустить, потому что я ведь увидел первое. Ага. Мой тетрадь, да, вот это? Да. Хорошие воспоминания постепенно исчезают. Бабах! Вот это, я не знаю, Санс. А пошел ты в жопу. Я хочу честной битвы. Я! Разве это честно? Скажем так, я больше не бесхребетный.
И опять же, я правильно прочитал, надеюсь. Я не знаю. Ой, мой ход. Да, назад-то мне. Да ладно, бро, можно минуту без перебивания? Мне нужно обсудить с ним то, что он сделал. Ну да. Потому что если я этого не сделаю, он может... Серьезно? Ты всегда так поступаешь? Что же, как будто не пыкал. Кетчуп. Упс. А я надеялся, что мой план провалится. Хех, можно ставить Санса по все руку? Потому что нам там еще... Санс! Да я шучу, бро. Ах ты ж, не получилось. Ну ладно. Я думал, что ты мог пострадать, Санс. Неплохо, малый, но ты близко не попал на меня. Хе-хе-хе. А я не уверен, что ты знаешь, что с ним сражаться. Потому что спрашивай человека на минутку, Санс. Где ж мы управились, Папирус? Мы обсудим остальное позже. Слушай, если ты найдешь на битву со мной, тогда это твой счастливый день. Я, если честно, просто надеюсь, ты понимаешь, что ты все это заслужил. Класс. Ой-ой-ой. Блин. Нет! Ты чё? Санс, офигел? Санс офигел, ребят. Санс у нас офигел, представляете? Санс такой крутой, что у нас офигел. Ай, ну ладно. Пофиг. Так. Главное, чтобы я сейчас не улетел, никуда. Давай, Санс. Папирус, не промахнись. Подожди, это же не битва. Ты просто хотел собрать комп. Я неправильно Папирус озвучил, но мне это так... Пофиг, окей. Так. Нет. Окей. Та-та-та классная фраза. Окей. Просто сказал окей и все. Значит, пропадает твой выбор. Ой, да ладно. Где же твой энтузиазм? Андрей бы уже расправил человека. Вообще, да это то, что попробуй. Классный мусор. Ну разве не ужасно, то дары падают совсем. Я не хочу лечиться, я хочу по притолу выполнить достижение одно то это. Мне просто пришло в голову. Ой, надеюсь, я не потрачу много урона. Да я уже трачу. Это плохо. Да блин! Не, ребят, мне то, что я проиграю. Мне то, что я проиграю. Мне страшно нажимать, но я нормально тогда. Ну, я уже, можно сказать, прошел третью фазу, потому что, да. Так, пошла это, да. Чё, у меня там будто телефон сейчас трясется. Ладно. Мне жаль, мне не стоило, бла-бла-бла-бла-бла-бла. О, здорово, Папирус. Всё стало только хуже, и вот почему его нельзя пропустить. Ну ладно. О, что сейчас будет? Сейчас будет битва с четвёртой фазы с Папирусом. Ты знал, Котик? Что? Это правда, да, что? Да, мы Котик. Смотри, мой тут на битву. О, а мне что золото его? Вот у меня золото. Да ладно. Не, пофиг на тебя, не, да. Мне с крутой чувак. Вау. Та-та-та, быстро.
я сейчас реально проиграю. Но я не мог проиграть, вы чё? Проиграть на четвертой фазе, это уж, извините меня, да. Блин. Ой. Ты сдаешься? Нет? Ну тогда еще чуть-чуть. Осуждаю. Окей, ладно. Нет! Так, я обещал хорошую танцовку. Все. Ты действительно ощущаешь меня? Сидишь? Это замечательно, но... Если что можно сделать, но... Эй, еще не все потеряно. Посмотри на себя, ты сделал верный выбор. Тебе всего лишь была нужна поддержка Великого Папируса. Я недоволен. Но моя работа здесь закончена. Да, ребята, я получил еще одно достижение. Я недоволен, потому что я хотел ни разу не полечиться все четыре фазы. Если тебе потребуется поддержка верного груда, я буду дома готовить спагетти. Я надеюсь, что ты славно поболтаешь с королем. Ой... Ну, я пошел. Давай. Вау. Я иду смотрю, ребят. Фаза 1 и 4. Это...
Спасибо за игру. Так, ну шо, я что-то в YouTube засмотрел. Ну шо, ребята, мы с вами получили достижение под названием «Последний шанс получить хорошую танцовку». И даже получили пройдите эти дисбелив с первой по четвертую фазу без использования предметов. То есть, без, ребята, лечил. Я без лечил прошел игру со второй попытки. Я бы с первой прошел, но нет, я со второй прошел. А еще мы получили достижение с удачей. Somebody touch my spaghetti. Я так полагаю, что вот эти все достижения, они, короче, связаны с этим, с удачей. Вот эти, вторая страница связана с удачей. Ну, кстати, ребят, я думаю, мне этого-то недостаточно. Одну танцовки, что там? Давайте получим еще одну танцовку. Получить танцовку расстояния, допустим. Танцовку расстояния. Расстояние. Я знаю, это получить. Чтобы получить танцовку расстояния, нужно пощадить папирусом дисбелива в первой фазе. После первой фазы только. Геноцид танцовка, чтобы получить, нужно пройти все 4 фазы и выбрать битву. Хороший танцов, то пройти все 4 фазы и выбрать пощаду. Расстояние танцов, то пройти только одну фазу. Пройти одну фазу и пощада. Да. Ну чё. Бла-бла-бла. Ой, ребята. Тут, кстати, я позерую. Каждый мужчина и женщина заслужит второй шанс. Папирус больше... Бла-бла-бла. Да, папирус больше бла-бла-бла. Ой, а вот это только прошел без урона. Нет. Блин. Так, подожди-то. Пьё. Пью. Вот первый так мне надо научиться проходить без урона. А вторую я проходить без урона умею. Сейчас третья. Так, с третья. Вот это. Ага. Так, это еще не танец. Так. Так. А, и за делом. Ну, вы видели, тут я однажды тогда хорошую танцовку сейчас получал, я ее там без урона справился. Поэтому я ее тоже могу без урона проходить. Четвертое. Вот это самое сложное для без урона. Я не понимаю, это против без урона. Прости, просто привычка. Так, пятое. Вот пятого я не знаю. Блин.
пятую мне надо учиться. Ну и последняя, вот шестая, она вообще не считается. Вот видите, шестая самая легкая. Да, шестая она, да, шестую я могу без урона проходить. Короче, я могу проходить только три атаки потом без урона. Вторую, третью и шестую. Мне надо потом еще отправиться в какие-то остальные пройти без урона. Давай, пощада. В смысле, я не могу пощаду выбрать? Ребят, что такое фиду? У меня все зависло. Блин. Ой. У меня почему-то все зависло, извините. Кстати, вы сейчас видели, сейчас у меня дастер высунулся. Это я, можно сказать, еще одно достижение. То это то получил. Помните достижение под названием «Даже не смей нажимать на...» И там еще вторая строчка, только она появляется только... при нажатии... Вторая строчка там написано «Даже не смей нажимать на эх». Эх, да, там буква «х», значит «эх». Но почему-то у меня первая фаза застряла, зависла. Я тогда выбрал пощаду, она у меня просто зависла. Вот это понимать. Я без понятия, ребят. Так, подождите. Папа. Так. Ну ладно, зато еще одно достижение получается. Вот это. Fatal Error. Даже не смей. И там вторая строчка, по идее, должна быть. Но ее там вообще не видно. Хотя нет, смотрите, я ее там... Я ее еле-еле тут вижу. Даже не смей нажимать на «эх» там написано. Страшно, вырубай. Так. Да, подождите там. Мой почек, во-первых, крутой. Сейчас мне придется опять проходить первую фазу. А, блин. Так. Еще раз. Ой-я! Что я сейчас сделал? Вы сейчас слышите, что я сделал? Вот так. Пш-ш-ш! Я такой сказал. Ой-я! Ой-я! Не Оля, а Ой-я. Да, просто. Ты мой хороший. Ты мой любимый. Да, 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 да. Да. Да, просто. О! Я вот не понимаю еще одну штуку. Что это такое? Сейчас, подождите. А, у меня залагало. Сейчас видели, у меня залагало. Чуть-чуть у меня залагало сейчас. Так, минуточку. Да, вот это доказательство, почему я могу пройти без урона. Вот почему. Я крутой. Наверное. Да, я наверное. Вот там два.
Да блин, уже у меня есть проблема с этой атакой. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. И мы сейчас аккуратно берем пощаду. Все, сработало. Ты сидишь у меня? Валушки, постой. Это что, лофта? Прошу прощения, просто я этого точно не ожидал. Я думал, что ты поступишь неправильно, но ты сделал верный выбор. Ну, моя работа здесь закончена. Если тебе потребуется поддержка верного друга, я буду дома готовить спагетти. Я надеюсь, что ты словно поболтаешь с королем. Ну, я пошел. Надо было таймер подправить. Вначале это снимал. Undertale. Здесь, блин, папирус. Пощада. После первой фазы. Автор мода Дезерандрайт. Основанная на анимации от Flames and Games. Кизер Андрей говорил, что это не официальная игра. Это официальная. Вы чё? Привет, здесь что-нибудь есть? Ну, тогда просто оставлю сообщение. Спасибо за игру. Знаешь, здесь подземелье, а теперь довольно одиноко. Второй еще есть вместе с 6 людскими душами. Это ты Андайн. И Метатон. Ну, все в порядке, да? Я же великий танферансье. Вот почему я теперь второй. Это ведь лучше, чем простой королевский стражник. Я стараюсь подарить моим людям надежду, но это не так-то просто. Даже для такого великого Татья. Я постановил новое правило. Теперь любой человек, что упадет сюда, не будет считать угрозой. Считаться угрозой. Но грудом, который нужно поймать. Вот с того, что они решат мои доломки. Хотел бы, чтобы сам видел меня сейчас. Но, эй, не беспокойся. Это мне что-то с ними даже бы не решился помочь. Ой, мой телефон похоже садится. Не забывай звонить, если будет нужна помощь. Но до скорой встречи. Щелк. Вот так тут. Сожаление. Ду-ду-ду-ду-ду. Пошел ты в жопу. Пошел нафиг. Вот оно. Там что-то расстояние. Мы, ребят, сами сегодня. Я думаю, что мы на этом с вами закончим. Да. Смотрите, в этом видео мы с вами получили много достижений. Целых. Раз, два, три, четыре. Пять достижений. Мы с вами получили достижение под названием «Последний шанс получить хорошую концовку». Дальше. К сожалению, получите концовку расстоянием. Пройдите с первой фазы по четвертую без использования предметов, чтобы я прошел все четыре фазы подряд, ни один раз не полечился. Даже не смей нажимать на F, страшно, врубай, я не должен. Им убийца спагетти. Somebody touch my spaghetti. Ну, на этом все, ребята. В следующий раз мы будем получить концовку предателя. Да. У нас тут остался еще инвалид на тут. Ну и так далее. Концовку предателя мы в следующий раз будем получать. Ну, а на этом все, ребята. Всем удачи, всем пока-пока.